Кучко Алексей. А я еще раз напоминаю спортсменам, оперативно заказывайте вес для очередной попытки. Например, Мишуренков и Коровушкин вполне могут это уже сделать. Гудлив. Вес готов. На помост приглашается Рудько Алексей. Готовится Воробьев. Гудлифт, 185. Судьи, готов вес? Да, вес готов. На помост приглашается Воробьев Сергей. Готовится Чиликин. Гудлифт. 190 килограммов устанавливает на штангу. Готовится Чиликин Алексей. Вес готов. На помост приглашается Чиликин Алексей. Готовится Кондяков. А лидирует у нас пока перезаявившийся Оглоблин Денис с результатом 200 килограммов. Гудлифт. 195 килограммов. Вес готов. На помост приглашается Кондяков Денис. Готовится Гордяков Юрий. Гудлифт, 202,5 килограмма, готовится Гордяков. Вес готов, Гордяков Юрий. Лифт. И так как у нас в потоке всего 8 спортсменов, 5 минут перерыв.
3 минуты. Одна минута. Итак, на штанге 170 килограммов, начинаются вторые подходы. На помост приглашается Коровушкин Алексей, готовится Мишуренков Роман. Лифт 180 килограммов. Вес готов. На помост приглашается Мишуренков Роман. Готовится Храмцов. Гудлифт 185 килограммов. Вес готов. На помост приглашается Храмцов Андрей. Готовится Рудько. Лифт 190 на штангу. Вес
Вес готов. Рудько Алексей. Готовится Воробьев. Гудлифт единогласно. 192,5 килограмма. Вес готов. На помост приглашается Воробьев Сергей. Готовится Котяков. Гудлифт, ровно 200, готовится Котяков. Вес готов, Котяков Денис, готовится Чиликин. Гудлифт, но несмотря на это, лидером пока остается Оглоблин Денис, потому что он весит 116 килограмм. Ассистенты, шестая высота. Вес 200 килограммов. На помост приглашается Чиликин Алексей. Готовится Гордяков. Два к одному вес засчитан, но лидер прежний, потому что весит на 400 грамм меньше. Двести 2,5 килограмма на штанге. На помост приглашается Гордяков Юрий. Лифт. И снова около 5 минут перерыв.
Чиликин Алексей, подойдите, пожалуйста, к секретарскому столику. А у нас 3 минуты готовность. Повторяю, Чиликин Алексей. Одна минута. Спортсмены, готовность 1 минута. Итак, на штангу устанавливают 170 килограммов, высота 6, вес готов. На помост приглашается Коровушкин Алексей, готовится Храмцов. Лифт, к сожалению, 185 килограммов. А у меня небольшая информация для зрителей. Оказывается, Чиликин Алексей сделал удачную попытку и пожал не 200, а 202,5 килограмма. То есть лидер у нас сменился. Итак, на штанге 185 килограммов, на помост приглашается Храмцов Андрей. Готовится Мишуренков. Лифт 190 килограммов. Вес готов. На помост приглашается Мишуренков Роман. Готовится Воробьев.
Гудлифт заканчивает. Спортсмен с результатом 190 килограммов и побеждает в своей категории. Вес готов. На штанге 197,5 килограммов. И на помост приглашается Воробьев Сергей. Готовится Рудько Алексей. Гудлифт. Итак, вес готов. На помост приглашается Рудько Алексей. Готовится Гордяков. Лифт. Вес готов. На помост приглашается Гордяков Юрий. Готовится Чиликин. Лифт 205 килограммов устанавливают для текущего лидера. Итак, вес готов. На помост приглашается Чиликин Алексей. Готовится Кондяков. Лифт. Но я напоминаю, что Алексей пока у нас лидер с результатом 202,5 килограмма. А на штангу устанавливают 210. Вес готов. Последний участник — Кондяков Денис. Лифт, к сожалению. И на этом у нас заканчивается безэкипировочный жим. Уважаемые спортсмены и экипировочники, просьба, не откладывая, срочно замерять и заказывать высоту стоек. Я думаю, что мы начнем минут через
5, максимум 10.